Израиль столкнулся, конечно, с такой беспрецедентной атакой, которой в истории не было. И не только по масштабам, но и по характеру исполнения, по жестокости. Ну, что там говорить, надо вещи называть своими именами. Израиль отвечает масштабно и тоже достаточно жестокими методами. А Россия может именно в силу того, что у нас и с Израилем сложились очень добрые отношения за последние, скажем, лет 15 точно совершенно, ну и традиционные отношения с Палестиной. Поэтому нас никто не заподозрит в том, что мы хотим кому-то подыгрывать. Торы в свое время обещали, что будет создано палестинское государство со столицей в Восточном Иерусалиме. Им же обещали. Решения были приняты на уровне ООН. Они вправе рассчитывать на исполнение этих обещаний. Вот все это надо совместить. Ну и, конечно, прежде всего подумать о людях, которые вообще не виноваты в сегодняшней эскалации.